Большая Балашиха Лайф. Новости. В 2016 году в городском округе Балашиха планируется создать филиалы учреждений культуры, историко-краеведческого и краеведческого музеев. Одно из помещений находится в микрорайоне Салтыковка. Здесь будет музей дачного быта. В настоящее время идут там работы по благоустройству, а также уже ведется работа по собранию коллекции для будущей музейной экспозиции. Но, безусловно, помимо этого там планируется еще большая интерактивная программа. В центре железнодорожного планируется создать филиал краеведческого музея под названием «Картинка». Музей, который планируется создать, он не имеет аналогов в Российской Федерации, и посвящен он будет книжной иллюстрации. В настоящее время ведутся переговоры с вдовой Виктора Дувидова, жителя Железнодорожного. Это очень известный книжный иллюстратор российский. Порядка 100 работ будет передано в фонд музея «Картинка», что и станет основой будущей музейной коллекции. Как отметила Светлана Шарцева, главой города было также принято решение о выделении 3 помещений для 2 детских школ искусств и маленького театра кукол. Вера Безгина, Виктор Демин, Роман Суслов. Большая Балашиха Лайф. Большая Балашиха Лайф. Новости.